И снова здравствуйте. Я желаю вам счастья. Мы, да, на Москворецком льду вновь. Приехали ловить, леща ловить приехали. Оставайтесь с нами. Надеюсь, будет интересно. Под скриптум. Дорогие мои подписчики и друзья, не просите сказать, где я ловлю. Никаких мест, говорит, я не буду. Маленько закормим. Кормим сегодня гринфишингом. Впрочем, как всегда. Кормим гринфишингом. Приятного аппетита. И без аппетита пролетит. Вот он, подтинчик. Подтин, что это? Подвичка. Ну-ка. Опа. Вот это плотно. Я комментирую. Большая плотность. Это не спортивно. Вот она. Вот она. Ушла. Ну, бог с ней. Ух ты. Какая шустрая. Красавица. Здрасте. Да здесь вон сразу клюет. Ой, сразу. Шелупонь. Шелупонь никак. На игру не ходит. Да ладно, вон на щит исходит. Она и упасть не дает на дно. О, ОГЭ. А на пустую. А вот он пустую. И на пустую. Каша серит он нашей. Каша работает. Вот он какой, полосатик. Ну, здравствуй, спасибо, порадовал.
Половники побиты. Но он какой потрепанный весь. Не дают ей на дно опуститься. Сразу, вот. Вон что творят. Эх ты. Вот весь клуб увешаешь фотографиями. Увешаем. В клубе-то надо фотографии вешать. Рыбацкие. Партия прикажет. Вот какая! Просто пузо! О, какая! Красавица! Братья, спасибо!
Опа, голавль. Голавль? Лобастый голавль. Ага. У, здрасте. Лобастенький, да. Хорош, подписчик. Ух ты, ух ты. Вот вам, наверное, больше какая. Ага. Хороший какой. Хороший какая. Фу, какая красотка очередная. Да, на поршень поклевывает подвижка. Поклевывает, хорошо. Много ездит. Набегу не надо. Маленькая, какая сильная это. Сильная. Вот сколько все творится. Жуть. Обитель отца Романа. Здравствуйте, сестра Роман. Как успехи? Успехи на лицо. Вот они. Отличненько. Как прокомментировать сегодняшнюю рыбалочку? Ну, вроде начинаю привыкать. Начинаю понимать? Ну, понемножку, да, привыкать и понимать. А то ведь я даже леску толком не мог вытащить и обратно засунуть. У меня все время путалось, так-сяк. Ага. Какая лесочка? Мотыля не успел. Это, по-моему, 0,1. 0,1. Ну, я бы, конечно, потоньше поставил. У меня просто нету, кончилось. Угу. Ну, и мормышку подобрал. Ну, в общем, так, понемножку начинаю привыкать. Отлично. Делаем успехи. Ну, вот, видишь, уже получается. Хорошие успехи, да. А я головля завалил. О, ага. Большой? А нет, небольшой. Я камеру опустил, там стаи подлещиков, плотвы. Нехилые ходят. Да? Что же они не клюют? Надо без мотылку подбирать. Не хотят клевать. Таким туманом накрыло. Кошмар. Закончилась наша очередная рыбалка на Ускорецком льду. Спасибо всем, кто был с нами. Подписывайтесь на канал в Ютубе. Ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ссылки на группу будут под видео. Рыбалка осталась довольна. Ну, и наш скромненький уловчик. Не до жиру будь бы живо. До свидания.